Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня, как и обещала, косметика Fix Price. У меня не так много косметики с Fix Price, но есть что рассказать. Как минимум у меня есть BB-крем, это уже есть что сказать. На самом деле этот BB-крем мне абсолютно не нравится. Он такое ощущение, что с водой разбавленный, вот обычный BB-крем разбавленный с водой. Хотя здесь и написано 7 в одном, выравнивает тон, скрывает несовершенство, в общем, все супер-пупер, или даже 15 SPF, но еще и препятствует старению даже, вот так, понимаете, заявляет производитель. Но я хуже средства не пробовала, и в принципе я не хочу его наносить даже, просто поверьте мне, в одном из видео я его уже наносила, в общем, оно мне не понравилось. Это будет видео такой просто обзорчик, знаете, я что-то покажу на себе, что-то нет. BB-крем это то, что я на себе показывать не буду. Я не знаю, что он у меня стоит. Наверное, именно для этого видео он ждал своего часа. Вот такой карандашик я покупала белый. И знаете, он твердый. Я не знаю, куда можно твердый карандаш использовать. Я вообще хотела его брать под глаза. Знаете, когда красим и увеличиваем глаза, вот здесь внизу, во внутреннем уголку глаза снизу, проводим белым цветом. И тогда они увеличиваются. Ну, если там еще соответствующий его как-то покрасить. Но этим вы не нанесете все. По-моему, он у меня из Fix Price. А я покупала себе такой, чтобы нанести, кстати, это так на заметочку, кто это любит. Я покупала себе в Летуаль, это их марка Летуаль, белый карандаш. Вот он классный, он прям вот рисует, не знаю, видно, не видно. С первого раза он мягкий, под глазки сразу ложится хорошо. Дальше у меня есть вот такие хайлайтеры. Хотя это тени. Вот это я еще даже не распаковала. Вот я распаковала. Здесь идет блеск и тени для глаз. Вот серебристые были вот такие розовые в такой же упаковочке. Я их использую как хайлайтер. И это очень круто, потому что они компактные. И они реально очень крутые как хайлайтеры. Вот сейчас я нанесу и покажу вам, как это смотрится. Я уже о них говорила. И кто меня часто слышит и видит, тот знает. Я их как тени вообще не использую. Просто как хайлайтер. Вот, над верхней губой обязательно. Сейчас, кстати, у меня на губах матовая помада. Вот, хотела сказать, да. Я о них часто буду говорить, потому что теперь я только ими буду пользоваться. Но так как у нас сейчас Fix Price, у меня здесь тоже есть помады симпатичные. Но это, конечно, не матовая помада. И скажу, чем они отличаются, в чем плюсы этой помады и обычных помад. Да, красивые цвета, но это обычные помады, которые оставляют след. Эта матовая помада у меня Peak Cosmetics в цвете Iced Coffee. И я, кстати, никогда не думала, что мне такие цвета идут. Сейчас вот хайлайтер нанесла, немножечко нужно еще обновить цвет. Здесь она два в одном. С одной стороны у нее матовая помада. Офигенские цвета, у меня 5 этих матовых помад. С другой стороны нереально вкусно пахнущий блеск, который круто придает сразу сияние. В общем, отдельный обзор у меня еще будет на эти помады. Сейчас надо все стереть, потому что впереди у нас помады от Fix Price. И очень много меня спрашивали эти цвета, супер нереальные цвета, особенно вот этот красный, он всем так полюбился. И, к сожалению, ну, я ходила в Fix Price, там в три, их не было уже этих помад, в одном какие-то непонятные цвета остались. И все, это был цвет, какой цвет, 09. А этот 11. Этот оранжево-красный такой, ну вот он стирается, да, вот эти помады не стираются, например, вообще не стираются в течение дня. Вот то, что у меня на губах было, вы видели, то есть оно изначально так и было накрашено, я уже кушала борщ, пила чай, малого целовала весь день с помадой. Очень клево так накрасила и все. Значит, сейчас я сотру помаду, которая у меня на губах, и нанесу вот эту. Сотру я сейчас мицеллярной салфеточкой. Нашу красоту и покажу вам, как смотрится этот цвет. По стойкости они не супер стойкие, я вам скажу, но цвет красивый, вот этот цвет красивый. Ну и вот такой цвет, второй вишневый, вы его могли видеть у меня там, где платье показывала свои. Это образы, подождите, не на Новый год. Да, образы на Новый год. Там были у меня вот эта помада. Ну, так.
А смотрите, подождите, а что я накрасила этой помадой? Может, я накрашу бордовой, и смотрите, у меня же есть накладные ногти. А может быть, вот эти? А может быть, вот эти? Я вообще фиолетовые. Надо попробовать. Но для начала нам нужно протестировать наши лаки. О, смотрите, я еще не показала, что у меня есть блеск. Вообще офигенские блески, кстати, у них вот. Так они пахнут, просто вот аромат банана и дюшес еще вот все вместе. Но здесь банан. Бальзамчик, обычный питательный, бархатные губки называются. Очень классно. У меня еще яблочко было, но я куда-то его подарила кому-то. Так, под низом у меня майка, чтобы вы не думали, что там лифчик выглядывает. Я люблю одевать майку на майку, это вообще мой фетиш. Майка на майку, майкой погоняет. Так, давайте я сотру еще раз помаду вот эту. Мы, наверное, сделаем с вами красные ногти. Красные? Может, оранжевые все-таки? Не определилась еще. Ну, давайте, чтобы я вам показала все помады, как они смотрятся. Накрашу эту. Вот такая она. Вот. Ну, давайте, да, сделаем эти красные ногти. Что же поделать? Другие цветные вы увидите в других цветных видео. А, подождите, давайте накрасим. Значит, смотрите, мне очень нравятся вот эти лаки. Во-первых, у них очень классные трендовые цвета. Мне очень это прикалывает. Во-вторых, вот здесь резиновая, очень удобно открывать. Вот эта штучка. Здесь не резиновая, но здесь светится в темноте вот этот лак. И очень быстро сохнет. Кстати, про эти не знаю. Давайте проверим. Вот этот я уже знаю, кисточку я просто хвалю, кисточка вот здесь тоже крутая, она тоже такая, вот видите, она с одной стороны узенькая, с другой широкая. Этой кисточкой очень-очень удобно красить ногти. Ну-ка. Ой, какая красота, слушайте, он даже вот красиво ложится поверх френчика. Видите? Сейчас я попробую каждый. Мы еще посмотрим, как они будут сохнуть. Сболтать, конечно. Все на скоряк. Сына пока вроде заняла его. Ой, какой красивый цвет вообще. Это лето будет у меня 100%. Ой, в два слоя будет вообще шикардос. Так, что-то я это на весу, на скоряк. Сынка, что такое? Такое. Ну, это в один слой. Просто я сейчас буду красить. Ну, красивые цвета, что говорить. Розовый, нежный, как бы сами понимаете, да? Класс в том, что кисточка классная. Сейчас мы посмотрим, как оно будет сохнуть. Ну, что сказать. Лаки от Fix Price получают у меня вообще 100% зачет, потому что они сохнут достаточно быстро. Ну, давайте возьмем теперь наши красные ногти. Привлекли они меня тем, что они самоклейки. Я не люблю разводить клей, который потом хрен уберешь. Ой, тут их даже 20 штук. Наверное, ноги еще. Открывайся, Сим-Сим. Сим-Сим, открывайся. Самоклейки, это они, конечно, тему придумали. Только здесь такие широкие ногти. Вообще, вы представляете? Вот это ноготь у меня. Это у меня на ногах такой ноготь. Офигеть. Ну, это слишком. Может быть, взять просто другой размер? И этот большой. Вот, у меня как раз это, наверное, который на указательный идет. Вот такие пленочки здесь внутри. Мы их откроем и лепим. Ну-ка. Я такая сама собой там что-то делаю, да, вам не видно ничего. Смотрите. Ух ты. Кайф. Он все равно широковатый, вы видите, по сравнению с моим ногтем. Так еще и по бокам остается. Ну, это, конечно, чисто для видео, знаете, вот реально. Широкие, широкие. Вы все широкие. Для детей, 100%. Это для детей. Ужасная ширина просто. Ну или для видео, просто на видео не увидят всех косяков люди. Вот если я сдалека вот так начинаю разговаривать, что вы кто увидите, да? Просто красивые ногти, длинные. Вас, наверное, интересует вопрос, как я с сыном теперь буду общаться. Сына,
Как же мы теперь с тобой будем общаться? Вот. Ну как он? Эй, мачо. Мачо, шмачо. Этот френч такой выглядывает. Вообще. Это палево? Ладно. Ну что, надо на все, наверное, клеить. Ну вот, я все наклеила. Конечно, с этими ногтями ни черташеньки мы не сделаем. Если сейчас меня маленький позовет что-нибудь сделать, у меня просто все поотваливается. Оно держится, ну, в принципе, так. Так себе, на самом деле, держится. Ну, вот такие вот ноготочки. Если вы видите, у меня такие ногти или какие-нибудь вот такие ногти широкие. Это чисто для видео, может быть, знаете, чтобы что-то новенькое было. Можно почесать. Ну и все, в принципе, что, фикс-прайс закончен у нас, да? Это все, что у меня есть из косметики. На самом деле, в фикс-прайсе немного косметики, хотя, может быть, нужно было бы им побольше ее какой-то. Ну, уходовой косметики я пробовала, там, бальзамчик для волос. Мне что-то не очень понравился, кайф почесать теперь волосы. Ну все, тогда я с вами прощаюсь, пока. Надеюсь, было полезно и интересно. На помаду, кстати, ссылка внизу будет в разделе «Любимые магазины» и «Косметикс». Заходите, посмотрите, что у них еще есть.